Ну что ж, друзья, наша съемочная группа на коньках продолжает свое катание по скользкой Самаре. И сегодня мы находимся возле центрального автовокзала, где, как видите, можно наблюдать очень интересную картину. Ну что, переобуваемся и в путь? До автовокзала это единственный тротуар от остановки общественного транспорта. Каждый день здесь проходят сотни самарцев и гостей города. Очевидец многочисленных падений баба Зина в этом месте орешками круглый год торгует. Но зимой рассказывает, чтобы добраться до излюбленной торговой точки, нужно очень постараться. Ой! Посмотрите, часик. И то сейчас вот тут, видите, маленько, вчера, что ли, посыпали. Чуть-чуть. А то каждый второй падал. Каждый второй. Люди что говорят, ходят, ругаются? Ну, неужели спасибо говорят? Я сама, вот, спасибо, ребята меня вот схватили и вывели туда, на дорогу. А не они, значит, я не жалоба с переломами. Кто посмелее, старается быстрее пробежать по опасной дорожке, держась за воздух. Женщины разработали свой метод, посильнее прижимают ноги к земле. В городе есть такие тропки, которых с большой дороги может и не видно. Но самарцы годами привыкли по ним ходить удобно и сокращают расстояние. И, как назло, льдом они покрываются чаще остальных. Здесь очень скользко всегда. Всегда скользко. Скользко, люди падают, поскальзываются. Все, добавить нечего. Скользко, видать, и так. Если вам приходится ходить на работу по скользкой дорожке, звоните нам по телефону 202-11-22, и мы к вам приедем. Марьяна Мирная, Павел Пресняков. События.